Основанная в 1999 году, компания Origin Automotive продолжает свою производственную и торговую деятельность на своем заводе, оборудованном по последнему слову техники, с закрытой площадью 15 тысяч квадратных метров в Бурсе, сердце сектора в организованной промышленной зоне Хосанага. Компания Origin, которая работает более 400 сотрудников, производит детали подвески и рулевого управления, поперечные рычаги, тяги, наконечный тяг, осевые шарниры и тяги противоскольжения для легковых и легких коммерческих автомобилей. В дополнение к текущему производству, Origin Automotive также производит поперечные рычаги для автомобилей, которые обновляются в постоянно меняющемся автомобильном парке, и ежегодно заказывает около 20 новых пресс-форм для изготовления поперечных рычагов. В производстве новых пресс-форм для изготовления поперечных рычагов используются современные вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ и оборудование. Для проектирования и производства пресс-форм применяется метод обратного инжиниринга с использованием программ CATIA, TopSolid и PTS Creo в сотрудничестве с Design and Molding House. На линии по производству дужек резка прессование, сварка и сборка листового металла выполняются под одной крышей. Для этих процессов используются эксцентриковые и гидравлические прессы от 30 до 500 тонн, фрикционные прессы от 400 до 800 тонн, сварочные роботы и сварочные полуавтоматы. В дополнение к прессам, резка листов производится на станке лазерной резки последней версии в полном размере. При этом поставка клиенту осуществляется в более короткие сроки. Компания Origin Automotive производит и устанавливает около 8000 типов шаровых шарниров, шаровых соединений, осевых шарниров, стержневых валов, тяг противоскольжения и поперечных рычагов. Ежегодно компания вводит в эксплуатацию около 300 новых продуктов, ставя во главу угла понимание качества и ожидания клиентов в отношении обновленных групп автомобилей. Компания Origin Automotive имеет возможность изготавливать около 100 пресс-форм в год в соответствии с производственными планами на своей кузнечной линии. Таким образом, он стремится как можно быстрее удовлетворить требования заказчика, выковывая черновики об решетке и корпусе. Компания Origin Automotive получила грантовую поддержку Tubitak на реализацию трех проектов. Сервоуправляемый пресс для оштукатуривания крыши, четырехкоординатный специальный фрезерный станок с ЧПУ и прибор для испытания на усталость вращающейся головки, которые были реализованы силами инженеров и технического персонала отдела дизайна, проектирования НИОКР. Компания Origin Automotive имеет сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001-2015 и AITF 16949-2016. А в ее лаборатории производятся всеразмерные измерения для проверки готовой продукции с измерением провара сварного шва, контролем крутящего момента при колебаниях и вращении, испытаниями на ресурс втулок, измерением твердости, испытаниями на изгиб растяжения разрушения и выталкивания. Прочность и эффективность измерений обеспечивается за счет активного использования трехмерного измерительного устройства на этапе ввода в эксплуатацию новой продукции в серийном производстве. Продукция собирается с особой тщательностью на сборочных линиях. И после окончательного контроля готова к упаковке. На складе Origin Automotive имеется около 5000 видов продукции, готовой к продаже. И вся продукция отслеживается с помощью системы штрих-кодов. На продукции, предлагаемой потребителю, имеется номер отслеживания и логотип Origin, пригодный для отслеживания партии. Origin экспортирует 80% своей продукции за рубеж. Экспорт осуществляется в более чем 40 стран Южной Америки, Северной Африки и Ближнего Востока, особенно в европейские страны. Внутренние продажи Origin составляют около 20% от общего оборота, и эти продажи осуществляются со стабильными дилерами, которые доминируют
на турецком рынке. Помимо скорости и доступности продукции, а также качества реагирования на запросы клиентов как за рубежом, так и внутри страны, Origin Automotive всегда делает шаг вперед в своем секторе благодаря безупречному подходу к обслуживанию. Компания Origin Automotive придает большое значение удовлетворенности своих сотрудников и соблюдению их социальных прав, руководствуясь не только философией завода, но и философией большой семьи. Мотивация сотрудников поддерживается спортивными турнирами, поездками, собеседованиями, пикниками и подобными мероприятиями. Главной целью компании Origin Automotive является обеспечение удовлетворенности всех заинтересованных сторон, особенно клиентов. И как экологически чистая компания, она придерживается принципа стабильного вклада в экономику страны и мира.